Со мной потрясающие красавицы. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александра. Алиса. А скажите, какого дизайнера вы представляете? Вячеслав Михайлович Зайцев. Как у вас настроение? Отлично. Отлично. Просто потрясающее настроение, действительно, сегодня особенный день, потому что... Вы уже были на показе? Да, участвуем. Участвуете, да. Ага. У каких дизайнеров вы еще принимали участие? В каких? На неделе моды принимаем. На Mercedes-Benz и на неделе моды в Москве. У Вячеслава Зайцева. И у Вячеслава Зайцева. И ходим на кастинги, и по возможности участвуем у других. Ну, Вячеслава Зайцева, конечно. Какие дальнейшие еще? У меня участвовала, ну, по крайней мере, в прошлом сезоне. Это была также лаборатория моды Вячеслава Зайцева. Также очень известный дизайнер Ивка. У нее очень интересные образы всегда. Много еще разных показов, в принципе, было. Но вот те, которые мне особенно запомнились, это, конечно, Вячеслав Михайлович. Ну, и это, естественно, это мэтр, да, который, ну, вы потрясающе выглядите. Спасибо. Какие планы на будущее? Планы? И работать, учиться. Сколько вам лет? 17. Такая молодая. Мне тоже 17. Какую сами одежду предпочитаете вот в повседневной жизни? Разную. Люблю casual стиль, ну, как мы все сейчас. Ну, собственно, стрит, да, там, как это правильно, стрит... Стрит-стайл. Да, стрит-стайл. А вы? Да, я на самом деле очень люблю штаны, джинсы. Ну, кстати говоря, пока не пошла в модельное агентство, я всегда носила только джинсы. Вот, а мне кажется, модельное агентство дало мне быть более женственной, помогло мне стать более женственной. Я стала носить платья. У меня их сейчас очень много, юбки, вот в школу особенно стала носить, а раньше только джинсы были. Хорошо, спасибо большое. А пожелайте нашим телезрителям, может быть, что-то, каких-то эмоций, не знаю. Ну, мы желаем они вам... Они смотрят, да, и да. Завидуют, наверное, что мы здесь, а и вы на показе. Ну, на самом деле, любой может прийти посмотреть показ на неделе моды. Нужно лишь зайти на сайт, и там можно приобрести билеты. Как бы об этом мало кто знает, но они даже бесплатные порой бывают. То есть, ну, приятного просмотра вам. Да, спасибо. Я вам желаю, девочки, успехов. Спасибо большое за интервью.